Привет, привет! Привет, привет! Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. И сегодня мы будем делать бабочку. Бабочку из чего вы будете делать? Из пайеток. Из пайеток? О, Алиса уже распаковывает. Ну давай, Алиса, распаковывай. Сама. Алиса, ну давай, Егор, быстренько распакуй. А, уже все. Ой, молодец какая. Алиса умеет сама распаковывать. Да. Ну молодец. Вот, молодец, Алиса. Все, распаковала. Давай этот мусор. А, ну ты... Так. Еще. Все, распаковала? Нет. Вот, молодец. Все, давай коробочку Егору. Егор будет открывать. Да. И смотреть, что там такое. Вообще, что такое пайетки-то, а? Я что-то... Ну, пайетки-то такие есть. Ну, такие круглые штучки. Какие? Алиса, а кто тебе помогать-то будет, а? Я смотрю, кто там у тебя еще лежит. Пупсик. Пупсик? Как пупсика зовут? Ну-ка, покажи его нам. Как пупсика зовут? Бенджамин. Бенджамин? А вот сверкающий. Ух ты. Нет, папа, что это? А, это вот сюда. Алиса, подожди. Это пайетки? А, там, короче, по каждому этому нужно будет то, что нарисовано, вот такие вот штучки и приклеивать, или что, или как они там делаются? А, да, это так, нет, нужно гвоздики. Гвоздики? А где будет рамка? Это мне что, гвоздики нести, что ли? Нет, тут есть гвоздики. Есть тут гвоздики? Ну, рамку ты отодвинь, это в самом конце. Так, вот они гвоздики. А, вот они гвоздики. Наверное, гвоздики надо куда-нибудь сложить. Дырочки есть. Дырочки есть? Да, вот еще пайетки. Так, наверное, надо аккуратненько вот эту вот, чтобы она не сдвигалась, да, бабочку? Да, как-то ее... Ну вы же все равно будете сейчас... Так, что тут? Ну там, наверное, и так понятно, и без инструкции. А, вот тут еще даже рисунка денежных два, все понятно. Все понятно? Да. Ну а что там, с чего надо начинать? Ты посмотри, там же правила написано. Правила работы с набором. Ну-ка, давай прочитаем. Ну, я пока все высплю. Так. Нет, я вот сама Вот даже вот сюда на балочку все. Удобное рабочее место. Чтобы было удобно работать с пайетками, их необходимо пересыпать в отдельные емкости. Давайте мы их сейчас тогда в какие-нибудь чашечки пересыпем. Нельзя брать пины, гвоздики и пайетки в рот. Понятно? Ну, понятно. Сейчас, разместите основу из пенопласта на столе, положите на нее цветную схему, закрепив по уголкам специальными гвоздиками. Вот, я же говорил, гвоздиками нужно закрепить. Так, цветные кружки изображены на схеме, указывают место прикрепления пайеток и их цвет. Возьмите пайетку нужного цвета и с помощью пина гвоздика аккуратно приколите ее в соответствующее место. Что, Алиса? Делаешь тетю Лету вместе с Мафией. Да? Да, и мы будем. Ну хорошо, мы тоже так будем делать. Прикалывать пайетки, начинайте с верхней части картины. Как я сестра делала, да? Понятно, да? С верхней части будете начинать его. Mm-hmm. Если на схеме пайетки нарисована одна на другой, то прикреплять их нужно внахлёст. При этом старайтесь соблюдать последовательность их крепления. По завершении работы соберите рамку и прикрепите ее гвоздиками в нескольких местах. Для более прочной фиксации воспользуйтесь клеем. При желании рамку и торцы можно раскрасить гуашью. Ну что, сейчас тогда чашечки приготовим и начнем работать, да? Да. Так, ну вот мы приготовили чашечки, да? Давайте теперь будем открывать гвоздики и пайетки. И аккуратненько, чтобы не рассыпать на пол. И в чашечки высыпать гвоздики. Гвоздики должны пальчиками. Да. Ой, давай. Так. Папочка, я буду их сама сюда прицеплять. Ну, если у тебя получится, да? Будешь да. Егору помогать, да? Да. Вот еще одним. Так, сколько там еще? Алиса, посчитай, сколько пайеток, упаковочек? Один, два. Два осталось, да? А какого цвета они, пайетки? Беленькие, голубенькие. Беленький да. Цвет как по-английски будет? Катя говорила, это не блю. Блю это синий. Да, бирюзовый. Так. Все высыпали, да? Так, теперь Егор нужно это зафиксировать гвоздиками, рамку на пенопласте. И все, и можно будет делать.
А зачем ты ножницы берешь? Ножницы все откладывай в сторону, они вам больше не нужны. А сейчас Егор сделает аккуратненько, а потом ты ему будешь подавать пайетки, а Егор будет прикреплять, да? Я хочу тоже кулочками получится у меня. Оп, как прикольно. Ну, дай ей, пускай она уголок это зацепит. Егор со своего края, а ты со своего края. Все, давай теперь Алиса попробует прикрепить, да? Так, и дави осторожненько. Алиса, чтобы не укололась. О, молодец, получилось у Алисы. Здорово. Так, ну что теперь, с какого цвета написано было по инструкции, что сверху надо начинать. Вот смотри, бери коробку и смотри, самый верх. Это верх. Самый верх, наверное, это фон. Вот эти вот, да, фон. Ну, наверное. Или фон можно потом, а сначала бабочку. Ну, делайте сначала фон. Только какого там цвета? Синий или фиолетовый? Синий. Это синий. Я вот сама. Сейчас. Николай, будет я сама. Дай мне каждый кружочек. Мечка, дай мне гвоздик. Нет, давай, с тобой шнею. Ну, Мечка, я буду гвоздик. Давай, помогай. Оп. Мечка, я не буду. Не надо. Дай с няней гвоздик. Я хочу сама. Минута, чтобы поднять дырочку. Так. Ну что там получается? Да. Только мне не получилось. Не получилось? Нет. Почему не получилось? Все получается. Вот. Так. Ты дракону, что ли, поедка? Так, берем дракон. Ну что? Что ты? Дави. А я предлагаю так, вот ты вставляешь несколько штучек, оставляешь вверх, а потом Алиса пальчиком так берет, тык-тык-тык-тык-тык, и будет быстрее, я так думаю. Да? Да. Алиса, давай, вот смотри, как мы договорились. Егор будет делать, наживит несколько штучек, да? А ты потом пальчиком так будешь тык-тык-тык-тык-тык-тык, и все будет красиво, да? Да? Ой, а у твоего пупса там и соска еще есть? Да. Он мне кажется, плачет, он хочет соску пососать. Ну-ка, давай ему пока... Он не плачет. Не плачет? Нет. Не плачет? Ну, дай ему соску, пускай он пососет, пока ты не занята. Вот, чтобы он потом тебе не мешал работать. Все? Сосет пупс соску, да? Да. Нет. А все, Алиса, мы же это договорились. Сейчас Егор повставляет, а ты потом будешь много пальчиками тык-тык-тык-тык-тык-тык, да, вставлять. И сразу будешь много-много-много делать, да? Сейчас мы будем так быстро. Давай. Сейчас Егор наделает так. Так, опять. Она живулит? Так, а ты протыкай гвоздиком и все. Это, в пальцах держи, руками держи и протыкай, чтобы у тебя дырочка была. Ну-ка. Давай посмотрим, как там начало идет. Начало картины. Ну, здорово получается. Красиво будет бабочка, да? Но это только начало у нас. А это, может, ты что-нибудь расскажешь? Нет. Ничего не расскажешь? Ну, давай тогда, Егор, сейчас быстренько наживулит там все, а ты будешь дальше делать, хорошо? Сейчас, извини, что-то не пойти. Так, ну что там, Егор понаживулил, да? Нет. Ну давай, Алиса, пальчиком теперь все гвоздички вставлю. Вот молодец. Молодец, как у Алисы хорошо получается. Мама, не больно? Не больно пальчиком? Нет. Ой, как прикольно это все. Здорово. Ой. Больно, что ли? Нет. Не больно? Вот Алиса как делает, да? Здорово. Они чуть-чуть убегают. Чуть-чуть убегают? Да. Все. Ну теперь, фон Егор сделал. Давай теперь делай крылышки. Кошки, фиолетовые. Ну крылышки тоже синим, пока продолжайте. Нет, может, я уже сразу. Мне кажется, нужно синим сначала все сделать, а потом сверху зеленым накрывать.
самый большой объем работы сделать, а потом уже останется у вас немножко. Так а что ты на картинку смотришь? Вот же здесь, вот какого цвета здесь есть на самом фоне, такого цвета и делайте. Они тут слитны. Ну, а это будет внахлёст потом. То есть будешь когда делать, оно будет внахлёст идти. Да. Или подожди, или сначала сделать светлые. Да, давай, наверное, сначала светло-голубые вытаскивай, Егор, потому что я вот смотрю, сверху внахлёст идут темно-синий. Давай, как ты хотел, голубенькие сначала делай, светлые. Как? Да. А сверху синий пойдет. Сверху пойдет синий и черный. А потом сверху еще белый. Да. Также оставляй. А Алиса будет потом... О, блин, чуть не протыкается. Протыкать до конца. Да, Алиса? Там посмотри своего пупсика, не плачет он? Нет. Нет? Все, соску вытащила? Да. Он уже не плачет. Он уже не плачет? Нет, он уже довольный. Он уже какой? Довольный? Да. Ну, ясно. А ему не холодно там? Нет. Пупсик. Посмотри, как я сделал ножку. Ну, а зачем ты ножку на стол ставишь? Это как его нужно друг на дружку лошадь? Да, внахлёст. А что ты там на ножке нашла? Педикюр свой рассматриваешь? Нет. А что? Делаю вот так. Да? Да. Это что ты делаешь? Смотри. Ой, здорово. Красота какая. Ну давай сейчас. Егор быстренько сделает вот эти голубенькую кайму у крылышек бабочки. А Алиса будет потом... Гвоздики вдавливать туда, да? Не должны. А Егор тебя оставит, да. Ты будешь до конца вдавливать. Он сейчас делает основную массу, да? Так, ну на каком этапе у нас? Я все идет. Ободки крылышек идут пока голубые, да? Вот долгая работа получается, да? Алиса у нас успела уже малышу памперс одеть, потому что пупсик у Алисы описался, наверное, да? Нет. Нет? Или он гулять собрался? Нет. Как нет? Ну ты ж памперс ему одела. Памперс одевают деткам, когда гулять собирают, да? Нет. Нет? Почему? А зачем ты тогда своему пупсу памперс одела? Ну потому для коляски, чтобы он не описался. А, для коляски, ну я говорю, чтобы он не описался, да? Ну-ка, покажи всем, как пупсик у тебя в памперсе выглядит. Не будешь показывать? Ну ладно. Мы тогда будем смотреть, как Егор бабочку собирает из пайеток, да? А вот он и пупс появился. Нету опять пупса? А где он делся? А вот он, пупс появился. Алиса не хочет своего пупса показывать почему-то. Нет? Не хочешь? Потому что ты ее пупс. Да? А вот он и пупсик появился опять. Ага. Он играет в прятки. Пупсик играет в прятки? А вот мы его нашли, пупсика. А вот опять пупсик спрятался. Ну-ка давай пойдем пупсика искать. Где пупсик? Под столом. Где он? Под столом? Вот он, пупсик появился. Так. Ой, ну-ка, Алиса, посмотри с пупсиком. Вот, ну-ка, подожди, это. О, ну какая красивая получается бабочка из пайеток. Ну тут работы еще очень много, так что давай, продолжай, Егор. Алиса будет пупсиком. Картинка. Картинка? Где? На пупсике картинка? На памперсе? Смотри, памперс у тебя расстегнулся. Ну-ка, давай, застегивай его, а то сейчас памперс слетит. Давай. О, памперс вообще расстегнулся. Давай, памперс, одевай пупсику. Сейчас я его одену. Что-то у тебя памперс получился аж под это, под шею у пупсика, да? Такой большой памперс. Да. Надолго, наверное, вы гулять собираетесь, да? Ой. Да, ну сейчас же зима.
И поэтому памперс как уточка. Как уточка. Как уточка? Да, как уточка. Как курточка. Ну это памперсы вместо одежки, да, чтобы тепло было, и чтобы если описался пупсик. Да? Да. Ну давай. Давай, запечатывай пупсика в памперс. И пупсик у тебя пойдет гулять, да? Что ты какой он сейчас наш? Ай, здорово, какой пупсик прикольный. Памперс, чтобы он не описался. Да, чтобы он не описался. Алиса пойдет на улицу на горке кататься, на ледянке, да? И пупсик с Алисой пойдет кататься, да? Нет. Нет, мы уже катались. Катались? Да. Когда вы уже катались? Завтра. Завтра катались? Завтра. Может быть, вчера катались? Да, вчера. Вчера катались. На беловодье мы ездили, да? Да. Алиса с Егором на горке катались. Да. Егор на супер большой горке катался, а Алиса на маленькой горке катались, на да? На супер маленькой горке катались. Ну, не на супер маленькой, там еще были горки поменьше. Алиса уже такой, на средненькой каталась. Да. Чуть меньше средненькой, да? Да, а я с большой такой горкой никогда. Да, потому что да, это для больших только горки большие, да? Да. А Алиса же у нас маленькая еще девочка, да? Да. Да, 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 ну смотрю, там катались девочки, которым было 4 годика, или 4-5. А Алисе сколько годиков? 3. 3? Да. И Алиса сама каталась на горке и не боялась? Нет. Или Алиса с мамой каталась, мама помогала? Нет. Нет? А мне кажется, мама Алису на горку подымала. Мама меня... О, какая бабочка получается. Ну, молодцы. Мамочка меня толкала, а я спускалась. А, мамочка тебя толкала, а ты с горки спускалась, катилась на ледянке, да? Да. Понятно. А и папа тебя внизу ловил, да? Да. Чтобы ты далеко-далеко не улетела. Да. Да? А я один раз даже в тир врезалась. Ну, а Егор на супербольшой горке дальше всех прокатился. До самого упора, бабушка, да? Тир там или что там было? Я тир. Даже прилетела, как будто бы к тебе. Алиса прилетела? Да, ко мне, к тебе. Вот а, ко мне, да. Я стоял, тебя ловил, и ты ко мне как раз прилетела. Да. И я тебя поймал, да? Да. Вот это мой глаз ты. Здорово было, да? А еще что вчера Алиса делала на горке? В Беловоде, вот в парке, а? Что Алиса делала? Катала на голубом На голубом паровозике. Метро там детское было, да? В Омске метро начали строить и не построили. А в парке построили детское метро, да? И всех бесплатно детей катали там, да? Да. Целых 2 станции вы проехали вчера на метро. Никогда не катались, да. Да, тут вчера вот прокатились, да? Хорошее метро было для детей сделано, да? Да. А под заборчиками в другом площадке мы никогда не катались. Никогда-никогда? Нет. Ну, хорошо. Вчера вы, значит, хорошо прокатились, да? Да. Там целый ледяной городок был, да? Вы проезжали через этот ледяной городок, потом через туннель проезжали, мой да? Шарик улетел, ну да, там летает, да. Шарик по комнате летает за Алисой, да? Алиса его в один уголок поставит, а шарик летит в другой уголок, да? Да. Здорово. Ну-ка посмотри, как там у Егора дела идут, а? Я хочу же тоже давить. Тоже хочешь давить? Да. Ну Егор вот сейчас делает ободок у крылышек, а потом он когда будет делать серединки, он тебе даст подавить, потому что здесь аккуратненько нужно, здесь идут вот эти пайеточки внахлёст. А тёмное как мы будем? Тёмное? Ну, вот там, как на рисунке показано, так и будете. Там же показано черного цвета. Мы тёмное будем держать пока. Ну, пока держи. Да, пупсика. Около пупсика положила, да? Да. Ну, ясно. Ну, ладно, давайте, продолжайте работать. Ой, упал. Что там упало? Гвоздик. Гвоздик? Да, упал. Ну, продолжайте делать картину из пайеток бабочка, да? Нечка, дай мне тоже подойдёшь. Пока Егор делает бабочку, Алиса своего пупсика все с пупсиком все занимается, да? Памперс уже сняла и в одеялко его закутала, да? Это памперс
куртка была. Он у тебя спать лег, да, пупсик? Да. Он как сумочка. А, в сумочке? Смотри, да. Чтобы он у тебя с этой сумочкой не вывалился. А то потеряешь его по дороге. Вы гулять, что ли, собрались с пупсиком? Нет. Нет? Потом спит. Просто он что? Спит. Спит? Да. Ну тогда громко не будем разговаривать, да, чтобы его не разбудить. Да? А, он уже проснулся. Да. Так он уже, наверное, кушать хочет. Я же хочу покушать. Покушать? Да. Надо его покормить, наверное. Ну-ка. Ну, вот, красиво получается. Здорово. Уже заканчиваешь ободки, да? О, да. Нет, ну, мне давай. Подарок. Вот эта штучка. А, подарок Алиса пупсику подарила, да? Да. Пайетки. Пупсик тоже будет помогать вам картину делать, бабочку, да? Ну, какой пупсик у Алисы веселый, да? Он даже ушел. Ходил, погулял в памперсе, да? Поспал уже. И теперь веселится, да? Прыгает. Ой, он даже сидит. Он даже сидит? Да, ходит, сидит. И ходит и сидит. Да. Он, наверное, сел посмотреть, как Егор делает бабочку из пайеток. Он да? И куда пупсик у Алисы пошел? К няне. К няне, да? К Егору пупсик пошел. Даже не поспал? Ну так ты его разбудила рано, наверное. Вот он и не поспал. Даже его... Ты его опять спать укладываешь? Да. Ну давай. А голову-то ты ему зачем закрываешь? Да потому, чтобы ему свет не мешал в глаза. А, чтобы ему свет в глаза не мешал? Да. Ну ясно. Понятно, Алиса, как заботиться о своем пупсике. Ну и ничего страшного, бери другую, там же много их. Все, пупсик спать лег, тогда не будем ему мешать, да? В тишине маленько посидим, да? Егор будет потихонечку делать бабочку из пайеток картину. А Алиса пупсика спать уложит, да? Ну все, ладно, все, тогда молчим. Папочка, я буду сама давить. Да, конечно, будешь сама давить. Егор тебе будет опять наживлять. Да? А Алиса будет давить. Мамочка, дай мне тоже хватит. Ну, сейчас там Егор тебе сделает. Ну, видишь, как хорошо получается эта картинка? Да, это еще сам сделаю. Да. Ну, Алиса ж тебе помогает. Ну, да. Да, Алиса? Между делом Алиса пупсиком занималась и помогала, пока Егор бабочку делал. Так. Я хочу тоже. Алиса, осторожно, так же пальчик можно уколоть. Егор тебе даст поделать. Егор, повставляй несколько там в каком-нибудь месте, где можно это свободно вставлять. И я пускай она тоже понажимает. Вот тут что-то не то. Ой, убежал. Убежал? Это что-то от тебя убежало? Черный. Черный? Да. Егору отдай черный. Он так убежал от тебя? Да. А ты его бросилась догонять? Да. Догнала? Да. Поймала? Да. Ой, молодец. Уже так мало уже гвоздев. Гвоздев? Да, уже мало так. Да нет, еще хватит. Их как раз должно хватить на всю бабочку. На бабочку? Да. Мы что делаем черный? Черный? Ой. Так, Алиса, гвоздики не надо рассыпать, потому что потом на них можно наколоться. Не заметить, и можешь наколоться потом. Ну, няня так поставил. Вот ну, няня, ручку в ручки давай. Я няне буду кидать ручки. Хорошо. Кидать? Не кидать, а просто подавать. Да? Это наша бабушка. Ну, что там получается у тебя, Егор? Ну-ка, покажи. Сейчас, я тут еще две сделаю. Очень я тут хвостик еще туда делаю и покажу. Так, у тебя пупсик опять раздетый, да?
Да, надо все. Ему одеялку. Одеялка? Ну, да. Сейчас давай посмотрим картинку, как там Егор делает. А потом ты дальше будешь с пупсиком заниматься, хорошо? Папа, надо ему памперс и одеялку. Памперс опять? Да, так он же у тебя недавно гулял. Не гулял. Не гулял? Нет. А что он делал? Не спал, не гулял. Он не спал? Ты же его спать укладывала. Ой, что это за пупсик? Ну зачем ты его так роняешь? Ему же больно, наверное? Нет. Не больно? Да, мне кажется, ему больно должно Нет. быть. Не больно совсем? Да, не больно. Ну не надо так ронять его. Пупсик. Посади его лучше, пускай он сидит и смотрит, как Егор делает бабочку. Смотри, как он все смотрит. Посади его на ножки. Ножки ему согни. И пускай он сидит и смотрит, как вы делаете бабочку. Не хочу, чтобы он сидел. Не хочешь, чтобы он сидел? Я хочу, чтобы он так стоял. Хочешь, чтобы он так стоял? Ой, падает. Падает? Должен может стоять. Эй, барый! Эй! Ну, он у тебя стоять не будет, я так думаю. Ну что, Егор, там у тебя получается? Я смотрю, ты уже одно крыло заканчиваешь или закончил, да? Что делаешь? Середину бабочки. Середину бабочки? И да. Еще одна крылышко останется, да? Надо ему делать памперс, да, ему? Памперс хочешь одеть ему? Да. И одеялку. И одеялку? Да. Ну, давай мне. Сейчас, подожди. Давай мы посмотрим картинку сначала. Сейчас Егор нам покажет, на каком он этапе. Егор, ну давай, покажи нам, что у тебя получается. Так, вот какая красота получается. Это все сам сделал. Ну, понятно, мы же смотрим. Чуть-чуть. Ну, конечно, листья помогают. Так, одно крылышко уже готово, вон уже как блестит, переливается, да? Ну, давай, делай дальше. Дальше теперь что у нас тут идет? Ну, дальше второе крылышко. Пошла дальше черная петь. Ну что там, Егор, как у тебя дела идут? Бабочку заканчиваешь уже? Нет, бабочку уже закончил. Закончил уже бабочку? Да, перфон доделаю. Ну давай. Алиса, помогаешь Егору? А, пупсик. Или ты с пупсиком играешься? Пупсик описился. Описился? Ну пускай он маленько полежит. Там у Егора чуть-чуть осталось доделать. И все, и потом пойдешь пупсику своему памперс менять. Вот сейчас, Егор, смотри, тебе на живулит, а ты будешь туда пальчиком надавливать, да? Егор, делай ей. Пускай она тоже маленько поучаствует. А то она со своим пупсиком. Да, Алиса? Да. Да, как Барби, они вот так очень тоже. Как Барби? Да. Ясно. Ну давай, мы уже картину закончим, Алиса, а потом ты пойдешь со своим пупсиком играть. Крутится. Потому что у Егора там чуть-чуть совсем осталось. Голова крутится. Голова крутится. Ну ты голову-то не открути пупсику. А то будет такой без головы. Смотри, вон у Егора уже все, Егор заканчивает делать. Давай, помогай ему немножко. Потом рамочку сделаем, и все. И пойдешь с пупсиком играть, да? Руки смотри ему, не вырви пупсику своему. Это он что, ты массаж делаешь пупсику, да? Нет. А что? Что Алиса делает пупсику? Он даже описывался под пупсы. Да? Да. Ну, сейчас памперс поменяешь. Так, у Егора там уже... Ну, Алисе... А, ну ты вставляй, а Алиса пускай потом понадавливает. Да, Алиса? Я пупсик. Пупсик? Не, а как пупсик-то будет надавливать? Он же не умеет. Он же еще маленький. Пупсику с гвоздиками нельзя играться. Потому что он очень маленький. Может даже пожать. Сейчас. Оп.
Оп. Так и вот так. Он даже умеет ползать. Ползать умеет? Ты его ползать научила? Да. Ну здорово. Так, ну что там, как дела идут? Хорошо. Чуть-чуть осталось. Я тоже ему научила делать шпагат. Научила делать шпагат? Да, отлично. О, что-то у него, у пупсика, нога вывернулась в другую сторону. Это не шпагат получается. Шпагат. Шпагат такой? Да. Давай, Алиса, вон Егор заканчивает. Пальчиком понадавливай, чтобы уже все. О! Все, все там, Егор, да? Не-не-не. А что там еще осталось? Еще вот тут. Я же еще шлепаю. Мне так понравилось. Понравилось пупсиком играть? Да. Ну, бабочку-то Егор, получается, делает, а ты с пупсиком играешься. Смотрите. Ой, здорово как. Такие лапочки, как у меня вот такие. Да? Да. Только лапочки вот такие кайдуют. У пупсика только такие? Да, только кайдуют такие. Смотри, ой, что, пупсик у тебя мостик делает, да? Нет, ползает. Что он делает? Ползает. Ползает? Смотрите, что мы еще сделали. Смотри, смотри, чтобы он у тебя со стола не сполз. А то упадет и ударится. Ты следи за ним. А то пупсик-то у тебя со стола может навернуться. Нет. Нет? У него пупсик уязвимый. Так, что там? Смотрите, осталось-то? Что мы еще слепили. Да. Рыбки и тортик. Рыбки и тортик, это вы в прошлый раз слепили, да. Да. Свечки, да? Свечки. Рыбку, свечку рыбку, да, и потом тортик еще сделали. Папочка, пап, тебе котика будет 4. 4? Да? Ой, хорошо бы. Если бы мне было бы лучше 4, то мне было бы так классно. Научился так ползать. Пупсик научился так ползать? Да. Ну, здорово. Пупсик ползать научился. Да. Пока бабочку делали, Егор с Алисой, ну, в основном Егор, да? У Алисы пупсик ползать наконец-то научился. Да еще раз. Скоро он ходить у тебя научится, да? Да. Когда он будет пошеми, когда он будет ходить. Да? Будет говорить. И говорить он у тебя научится? Да. М-м-м. И большому вставим батарейки, он будет тоже работать. Да? Да. Тоже будет работать на батарейках? Да. И будет разговаривать? Да. Ну, да как здорово. Да и мои пупчиков будут работать и говорить. Да? Да, и они научатся позже делать. И вставляю последнюю эту. Ну, наконец-то. Последнюю. Бабочку сделали. Алиса, давай, ты заканчивай. Надавливай на гвоздики. Ну, да, пускай она понадавливает. Оп. 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 Опа. До конца там какой-то гвоздик не додавили. Все. Ну что, теперь будем делать рамку, да? Чтобы красивое было. Егор, намазывай края этим клеем. Их склеим и потом гвоздиками соединим. Так, потом с боков и с другого боку и низ смазывай. Сильно много не надо, он же выдавливает этого, вылазить будет. Так, ну все, сильно много не надо, потому что он гвоздиками будет. Ну откладывай пока. Ну вот сюда, да, ложи, в следующий намазывай. Сильно пока не... Сильно не приклеивай, потому что нужно будет раздвигать.
также смазывая все остальные, да, а потом пододвинешь чуть-чуть. Что у меня тут на пальце какая-то. Ну возьми пальцем это, проведи по задней стороне, чтобы клей туда попал. Вот. Здоровская сейчас будет картинка у нас, да, Алиса? Да, это получится как столик. Как столик? Да, почему да. Столик? Нет, это будет картинка. Как столик, картинка будет. Да, составим как-то. Так, и еще две части осталось. Ну, ты пока сильно не соединяй, потому что нужно будет двигать. Две намазывай еще, а потом соединишь. Куда у тебя пупсик пополз? А? Он хочет в коробку смотреть, какие картинки закидают. Да? Да. Ты ему дай коробку. Чтобы коробку дай? Да. Ну на, пускай он коробку смотрит. А коробка из-под бабочки, да? Там будет дети. Больше всего дельфинчик. Ну, мы сейчас сначала бабочку сделаем, а потом еще посмотрим, купим дельфинчика. Дельфинчика будете делать, если вам понравилось. Картины из пайеток делать, да? Да, пупсику очень нравится пайетка дельфин. Ну вот, Егор, соединяй вот так вот, чтобы рамочка была так пупсика, ровненько. Пупсика и пупсику. И можешь гвоздиками соединить. Ему вот. Все понравится. Ну или так. Пупсику все понравится. Все понравится? Да. Ну цветы, хорошо. Собачка, цветы. Ну что? Готово? Готово? Не отпадет? Сейчас проверим. Нет. Ну давай, показывай сюда, поворачивай сюда картину, мы ее посмотрим. Вот, какая получилась замечательная картина. Бабочка из пайеток, да? Наклони ее сюда. Ой, красота какая. Куда-то мы ее повешаем себе, да? Егор с Алисой сделали картину. Бабочка из пайеток. Ну что, прощаемся? Всем говорим пока-пока. Пока-пока. Мы были на канале «В гостях у Алисы и Егора». Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на канал «В гостях у Алисы и Егора». Пока-пока.